Прокачать знания по ЖКХ смогли жители Одинцова. Одной из главных тем обучающего семинара стало проведение общих собраний собственников в онлайн-формате с помощью единой информационно-аналитической системы. Также участникам рассказали о тарифах на жилищно-коммунальные услуги и особенностях проведения капремонта. Это очень полезный семинар, где, допустим, житель не может разобраться, новый человек или там не может разобраться в каком-то данном моменте по ЖКХ, он может его задать, придя сюда на семинар. Все доступно, все понятно. Вопросы задаешь, вопрос-ответ, разбирает вопросы. Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области совместно с региональным министерством ЖКХ уже четвертый год проводит бесплатные обучающие семинары. Это занятие второе в этом году, прошедшее в Одинцове. При этом среди участников есть как постоянные слушатели, так и новички. А в целом целевая аудитория у семинаров про ЖКХ очень разная. Именно вот с этого года пошел всплеск молодых людей в возрасте от 35 лет, то есть они задают уже конкретные вопросы, правильные действия и начинают осмысливать о том, что все-таки многоквартирный дом – это целостный дом, не просто квартира, в котором проживают. Семинар прошел в форме живого диалога. Лектор, действующий председатель Совета многоквартирного дома и независимый эксперт в области ЖКХ Евгения Петухова дала компетентные ответы на все вопросы. А в завершение каждый участник получил полезную брошюру «Все о ЖКХ. Основы жилищно-коммунального хозяйства». Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».